Ты любишь ее? Кого, мама? Нет, мама, ничего подобного. Я не люблю Нейну. А когда я сказала Нейна? Я не люблю ее. Я твоя мать. Ты не можешь лгать мне. А что мне делать, мама? Сказать правду? Если, зная все, у тебя нет смелости слушать это, то... Как это все может выслушать Нейна? Что мне делать, мама? Что мне ей сказать? Что сказать? Впервые в жизни это сердце полюбило от всей души. Впервые это сердце ради кого-то задышало. Первый раз в этой жизни оно кого-то полюбило. Для Нейны в этом сердце много любви, но само это сердце очень слабое. Как я могу отдать ей это слабое сердце, мама? Как? Как скажу, что девушка на фотографии мне вовсе не жена? Она мой друг, мой доктор, который днем и ночью старается, чтобы я прожил еще несколько дней. Проклятие! Проклятие! Я умираю, мама.